На федеральной территории Сириус состоялось заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов Министерств внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации. Открывая встречу представителей двух министерств, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин поприветствовал собравшихся от имени министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева и выразил слова благодарности абхазской делегации за участие в мероприятии, отметив, что МВД Абхазии традиционно является для нас одним из важнейших партнеров в борьбе с преступностью на международном уровне. Успешно развивается сотрудничество по таким приоритетным направлениям, как борьба с терроризмом, трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, нелегальной миграции, а также розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. В условиях глобальных геополитических изменений современные вызовы и угрозы остаются одинаково актуальными для нас, что делает позиции наших министерств по ключевым вопросам международного антикриминального диалога сходными, а порой даже идентичными. На сегодняшний день Абхазия и Россия планомерно реализуют этапы межведомственного соглашения. Хочу поблагодарить наших друзей и представителей Российской Федерации за многолетнее тесное сотрудничество и взаимодействие в направлении правоохранительных органов. Выражаю уверенность, что сегодня результатом нашей работы будут эффективные решения по всем важным направлениям существующего и дальнейшего сотрудничества. В ходе заседания участниками были проанализированы тенденции криминогенной ситуации, вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия двух ведомств в борьбе с преступностью, экстремизмом, в сфере противодействия незаконной миграции, контроля за трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства. Делегаты обсудили обеспечение законности в сфере потребительского рынка, а также организацию охраны правопорядка на объектах спорта, культуры и туризма, расположенных на территории обслуживания органов внутренних дел приграничных регионов. По мнению сторон, как и прежде, главной составляющей успешной работы остается своевременный обмен оперативно значимой информацией. Представители МВД Абхазии приняли участие во встрече во главе с министром внутренних дел Республики Абхазия генерал-майором милиции Робертом Кьют. По поручению министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева российскую делегацию возглавил начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин. Представители делегации определили приоритетные направления взаимодействия и подтвердили готовность к продолжению диалога. По итогам встречи сторонами подписан протокол заседания комитетов ОВД приграничных регионов МВД Республики Абхазии и МВД Российской Федерации, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу. В рамках встречи Сергей Бачурин вручил участникам мероприятия ведомственные награды. Высокой чести удостоен заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. В ходе поездки делегации возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из старейших дендрологических парков России «Южные культуры».